это компрессор 3 в одном. Насос, компрессор, кому как угодно. Фишка в том, что он крайне удобный, сэкономит ваши деньги, ваше время и ваши нервы. Полностью беспроводной, что меня не может не радовать. Когда я первый раз я его открыл, я крайне удивился, думаю, а как, в смысле беспроводной? Первое, что мне пришло в голову, кстати, что он качает колеса без проводов. Я такой, а это как? То есть... Я нажал кнопку, и колесо... А, ну, воздух же должен откуда-то идти. То есть я подумал не в ту сторону. Оказалось, что беспроводной, значит, он питается не от проводов, а от своего пауэрбанка. Кстати, мощность здесь, точнее его объем, 8800 мАч. И этой мощности вам хватит в дальнюю дорогу не только, чтобы накачать ваши колеса в случае, не дай бог, какого-то происшествия или прокола, так еще и парочку-тройку раз смартфон свой зарядить сможете. Главная фишка его в том, что он еще и прикуривает ваш автомобиль. То есть, на мой взгляд, это крайне полезный и универсальный гаджет для каждого автомобилиста. Надеюсь, данный обзор окажется для вас крайне полезным, потому что, ну, я, по крайней мере, был в восторге от этого гаджета. Итак, теперь все по порядку. Упакован смарт-компрессор в коробку из плотного картона с качественной полиграфией. Комплект включает в себя блок для запуска двигателя автомобиля, небольшой шланг для подкачки, различные клапаны для разного применения, USB-кабель, жесткую сумку и немного полиграфии. Комплект настолько удобный, что даже в женских руках компрессор смотрится компактно и неброско. На верхней части мы видим отверстие для шланга, слот для подключения блока с клеммами, компактный фонарик, который работает от долгого нажатия на кнопку, вход для зарядки и USB-выход для питания гаджетов. Управляется все при помощи группы механических клавиш. Процесс управления подробно описан на сайте, но в целом все интуитивно понятно. На фронтальной части мы видим цифровой дисплей. С помощью него ведется контроль давления в нескольких видах единиц измерения. Также наглядно можно выбирать необходимый уровень, и компрессор сам остановит процесс закачивания колеса после его достижения. Эта модель рассчитана на давление до 15 атмосфер. Подходит для легковых автомобилей с разным диаметром колес. Я проводил тест на колесе Kia Rio. Необходимое давление набирает четко, правда, времени замерял. Кроме того, вы можете выбирать разный тип техники. Это может быть колесо автомобиля, велосипеда, мотоцикла или обычный мяч. Кстати, там уже примерно и наглядно показано примерное необходимое давление. Я уже говорил, но повторюсь. Емкость батареи составляет 8800 мАч. Этого более чем достаточно, чтобы удобно и комфортно заряжать свои гаджеты. В наборе провод USB Type-C. Им вы можете заряжать сам прибор или заряжаться от этого прибора, если у вас вход Type-C. В отличие от младшей модели, тут предусмотрена работа в качестве пускозарядного устройства. Тут же владелец может подключить клеммы к соответствующим входам аккумулятора в автомобиль и провести запуск автомобиля с полностью севшим аккумулятором, и это не может не радовать. Вот так просто и удобно все это происходит. Не гаджет, а чудо чудесное. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Ребят, собственно, в завершение этого видео хочется поговорить о самом главном, это о стоимости. Составляет она 8500 рублей, это крайне немало. И если вы скажете, что за эти деньги купите отдельные провода для прикуривания, обычный компрессор и пауэрбанк, ну, в принципе, вы будете правы и, может, потратите там 4500-5000. Вопрос, насколько это будет удобно. Когда в одном маленьком гаджете, в одной маленькой упаковке вы получаете сразу все. И пауэрбанк, и провода для прикуривания, и компрессор, который действительно работает без проводов и не портит ваши предохранители. Решать, конечно, вам. А на сегодня это все. Вы были на автомобильном канале ProAuto. Ставьте лайк, если понравился мой обзор. А впереди всегда самые актуальные автомобильные новости и крайне интересные обзоры. До скорых встреч!